Это государственный праздник, и ясно, что представители власти будут в каждом городе, в каждом населенном пункте как бы отмечать этот День независимости. А общеизвестно, что обычно они возлагают венки и цветы жертвам тех репрессий, которые произошли в 86-м году, в декабре 86-го года. Это в основном представители политической верхушки, сам Нурсултан Назарбаев. И, как вы понимаете, это лицемерный день. День, когда на самом деле наша молодежь пострадала в 86-м году, и свою руку в это приложил и сам Нурсултан Назарбаев, который фактически способствовал, чтобы наших людей преследовали и называли их националистами, наркоманами и все прочее. Собственно, так же было и в 2011 году, когда произошли события в Жанаозене. Власть начала говорить, что вот это наркоманы, это бандиты, это хулиганы, грабят банкоматы, рушат офисы и так далее. Но вся эта ложь была разоблачена, потому что в зоне вот этих событий работал канал спутника, канал К+, к которому я имел прямое отношение. Также некоторые наши граждане сумели снять на телефон именно события, как происходило, как представители власти, полиция хладнокровно расстреливали людей, которые просто гуляли на площади, просто находились на площади. И тогда, как вы понимаете, Назарбаев разоблачен фактически вторично. И когда он говорит, что якобы в декабре 86 года он шел во главе колонны, протестуя против назначения Колбина, во главе вот колонны с молодежью, он лжет. Он также лжет, что в 2011 году в декабре он не давал никаких указаний по расстрелу демонстрантов, мирных жителей. Вы понимаете, это преступник, который вел преступную деятельность и в 1986 году, и продолжил через 25 лет в 2011 году.